Хей, дружище, успей поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, если ты бы хотел бесконечные каникулы. Раз, два, три, четыре, пять! Ну и, ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про Чучу Чарльза. Да, ребятки, снова про этого страшного паровозика. Ну и на этот раз Чучу Чарльз дрался против монстров сада Бан-Бан. Так что, друзья, не пропустите, ссылка в описании. Ну, в общем, да, ребятки, всем огромнейший приветик. Ну а с вами, как обычно, я Слэйк Маст. И сегодня, ребятки, появились новые монстры сада Бан-Бан. Да, ребята, еще новые монстры сада Бан-Бан. Причем, смотрите, ребят, из этих 6 монстров 5 прям реально уникальных, которых еще не было. И сегодня мы, ребятки, на них посмотрим. Будет сегодня, ребятки, на них обзор. И мы их, конечно же, и испытаем. И все это, конечно же, в замечательной игрушке под названием Гаррис Мод. Ну что, ребят, давайте знакомиться с этими монстрами. Смотрите, какие прикольные. Ну, давайте начнем, наверное, с самого узнаваемого. Такой какой-то Бан-Бан. Злой, короче, ребятки, Бан-Бан. Можно сказать то, что это какой-то кошмарный Бан-Бан, да? Но с другой стороны, вот, ребят, обычный Бан-Бан, да? Но кошмарный Бан-Бан у нас, ребятки, уже как бы был. Вот он. Давайте, кстати, их сравним. Это, ребятки, получается злой Бан-Бан. Evil Бан-Бан, я понял. Это обычный Бан-Бан, это кошмарный Бан-Бан. Это злой Бан-Бан. Ну, то есть, я так полагаю, наверное, самый страшный все-таки это именно кошмарный Бан-Бан. Потом злой Бан-Бан у нас идет на втором месте, но это вообще такой прям добренький обычный Бан-Бан. Получается, теперь у нас, ребятки, целых 3 стадии Бан-Бана. Хотя на самом деле их, друзья, намного больше. Есть еще качок Бан-Бан, есть еще у нас пожиратель Бан-Бан, паровозик Бан-Бан, малыш Бан-Бан. Короче, ребят, их еще очень-очень много. Вот, например, ребятки, качок. Ну а других давайте я даже не буду вам их показывать. Вы их и так много раз видели. В общем, да, вот такой, ребятки, у нас появился новый злой Бан-Бан. И это, в принципе, единственный монстр, которые хоть как-то похожи на предыдущих. Остальные, ребятки, абсолютно новые. Вот, ребят, смотрите, абсолютно все это новые монстры. Давайте начнем, наверное, с вот этого песика какого-то. Он, ребят, похож на обычную такую земную собаку. Только с 6 ногами почему-то. И с 4 глазами. Да, ребят, обычная такая какая-то дворняжка. Обычный какой-то такой песель. С 6 ногами, 4 глазами. И с такими очень-очень острыми зубами. А так, в принципе, реально похож на самую обычную земную собаку, особенно издалека, если не видеть ее вот эти вот 4 глаза. А 6 лав, в принципе, с переднего ракурса даже особо и не видно. Вот такой, ребятки, прикольный какой-то пес-мутант. Его, ребятки, зовут Реми. Окей. Так, давайте теперь познакомимся со следующим. Следующий вот такой, ребята. Так, спайдер написано, то есть паук. Хотя больше похож на какого-то, знаете, осьминога или какого-то кальмара. Угу, если честно. Хотя нет, ребят, смотрите, он в принципе на паука похож. Сложно, ребят, сказать. Вроде как бы он похож и на кальмара, но вроде как бы на какого-то паука, да? Арахнид, короче, ребят, какой-то такой. Видите, у него целых 5 глаз, 1 желтый, 4 белых. Такой рот большой. И сзади еще какое-то жало, да? Какой-то хвост и жало. Короче, ребятки, вот такой новый прикольный то ли паук, то ли какой-то осьминог. Да? Или какой-то кальмар. Короче, смесь осьминога и кальмара. Ой, точнее, осьминога и паука. Окей, ребята. Следующий. Ё-моё, это что вообще такое? Ребята, понимаете, как это называется? Кстати, подождите, как называется вот этот монстр? А, он, ребятки, так и называется. Спайдер. То есть паук. Окей. Следующий, ребятки, монстр называется Бананосаурус. А, даже Бананосаурус Рекс. Ну, то есть, это получается у нас вот такой мутант. Смесь банана и тиранозавра Рекса, да, какого-то динозавра, капец. Ребят, понимаете? Мутант наполовину банан, наполовину тиранозавр Рекс. Что это вообще такое? Голова вроде реально какого-то такого мощного динозавра, какого-то наподобие тиранозавра Рекса, да? Тирекса, как его еще называют. Очень прям похож, ну только такой какой-то более добренький. Обычно тиранозавры намного злее выглядят. Это даже, можно сказать, реально добренький такой какой-то динозаврик. По сравнению с настоящими тиранозаврами. И он, ребятки, передвигается на бананах лапах. Да и вообще, в принципе, это и есть такой наполовину какой-то банан, видите? Жопка такая банана. У него, получается, его ноги, это бананы. И он такой весь желтый. Короче, ребята, да, кто-то, видимо, генетические какие-то эксперименты проводил. И ДНК тиранозавра Рекса смешал с бананом, да? И, ребята, получился такой новый какой-то мутант, вот такой гибрид. Растение, да? И, получается... Растение и живого существа, динозавра. Короче, ребята, просто какой-то капец. Бананосаурус. Так, окей. Следующий такой, ребята, новый прикольный монстр. Какой-то то ли клоун такой танцующий, то ли шут какой-то танцующий, да? Ага, ребята, называется он Джеки Джоук. Ну, короче, да, ребят.
Шут Джейки, получается, его зовут. Ну или Клоун Джейки, я даже не знаю. Пишите, друзья, в комментариях, как реально его зовут. Может быть, кто-то даже знает. Такой, ребятки, прикольный чудик какой-то танцующий, очень-очень, кстати, большой. Видите, у него большой язык, любит он танцы, постоянно танцует. То есть, видите, другие монстры стоят на месте довольно-таки так спокойно. Только вот этот монстр постоянно щупальцами прям шевелит, да? Ну, мы сейчас еще к нему дойдем. А этот прям постоянно танцует и танцует. Ну и такие у него смешные шутовские шапочки, да? Ну, увидели, как у шутов были такие шапочки. Причем, смотрите, ребят, у него их сразу три. Хотя, не помню, у шутов такие были, да? Разноцветный. Короче, такой, ребятки, новый прикольный Джейки Джоук. Такой прикольный новый шутник какой-то у нас. Клоун, шут. Ну и, ребятки, последний монстр. Это вообще что это, ребятки, такое? Какой-то, ребятки, слайм, да? Слайм Ранчер называется. На самом деле, друзья, очень круто выглядит. Я бы, ребятки, знаете, сразу же выделил среди всех других монстров. Оставил напоследок, потому что, мне кажется, это самый интересный монстр. Хотя, еще на самом деле, ребят, вот этот монстр мне очень понравился. Вот этот Бананосаурус. Вот этот, короче, динозавр, банан. Вот такой, смотрите, ребятки, слайм какой-то. Живой. Монстр-слайм. Прикольно, ребятки, выглядит. Какие-то такие у него щупальца. Прикольные спереди. Рот такой, смотрите, ребятки, здоровые глаза. Такие, кстати, мне знаете, кого напоминает? Габлаба, ребят. Это что, брат Габлаба? Смотрите. Они прям даже чем-то похожи, да? Реально, ребят, очень похожи. Только у этого руки, у этого щупальца какие-то. Да, ребят, для Габлаба еще этого Ниблера. Ниблера чем-то даже напоминает. Хотя, ладно, ребят, не-не, Ниблера не напоминает. А вот Габлаба прям точно. Остальных вроде никого у нас подобных и нету. Нестинек вроде тоже сюда особо не подходит, хотя тоже какой-то пришелец. Короче, друзьяшки, вот такие у нас сегодня прикольные появились новые, самые, это, ребятки, новые, самые свежие монстры Сада Банбан. Вот такой Бананосаурус, наполовину динозавр Тирекс, да, наполовину банан. Вот такой злой Банбан. У нас уже был до этого кошмарный, ну, пускай будет еще один, почему бы и нет. Вот такой прикольный какой-то шут Джеки, вот такой прикольный монстр. Какой-то такой танцующий шут. Потом вот такая, ребятки, собачка шестилапая и четырехглазая. Вот такой какой-то осьминога-паук. И вот такой прикольный пришелец-слайм. Вообще, да, ребятки, вот такие вот прикольные новые монстры у нас появились. Мы с ними только что познакомились. И давайте мы теперь наконец-то их испытаем в деле. Сейчас, ребятки, что-нибудь придумаем, как их испытать. Погнали. О, ребята, давайте мы устроим битву наших новых монстров Сада Банбан против радужных друзей. Я вот, ребятки, набрал разных радужных друзей, довольно-таки сильных. Вот, давайте посмотрим, чем это закончится. Раз, два, три, погнали. Так, а ну-ка, друзья. Прям даже интересно. Так, 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 так. Сейчас таким образом мы, ребятки, проверим, насколько сильны наши новые монстры Сада Банбан. Радужные друзья, на самом деле, не самые, конечно, сильные. Но это, ребятки, только самый-самый разогрев. Так, 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 смотрите, кстати, ребят. Все, все, больше никого не осталось. Все радужные друзья были уничтожены. Давайте теперь посмотрим, что тут по здоровью, по ХП у наших монстров Сада Банбан. Так, динозавр, ну, вообще практически урона не получил. Шут этот тоже особо урона не получил. Эд, ребятки, пёсель тоже. Паук вообще практически, ребят, смотрите. Даже, наверное, меньше всех получил, да? Слайм тоже мало урона получил. И даже злой Банбан. Короче, ребятки, монстры, похоже, реально сильные. Друзья, слушайте, а давайте, знаете, что мы сделаем? Прямо этих же монстров мы и поставим. Вот так их мы, ребят, выставим. Ага. И, ребят, знаете, что сейчас давайте мы сделаем? Так. Выставляем первый сад Банбан. То есть самый первый пак, который у нас был. Банбалина, Банбан, Капитан Фиддлс. Так, Стингер Флинн, там я и помню еще был. А Пила Бёрд? Где, ребята, Пила Бёрд? Вот она. Монстров на самом деле уже так много, что я, ребят, уже прям даже забываю иногда и путаюсь в них. Так, и Джамбо Джош. Так, ну, естественно, Джамбо Джоша мы, ребятки, увеличиваем. Вот, и Капитана Фиддлза тоже, чтобы он побольше был. Во. Ну что, ребят, давайте проверим. Получается, самый первый монстр сейчас будет драться против самых последних. Интересно, ребята, на это посмотреть сейчас будет. Ну что, ребят, вы готовы? Давайте, раз, два, три. Погнали. Так, прям, ребят, интересно. Ну, Джамбо Джош, по идее, ребята, самый-самый сильный среди всех старых монстров. А вот среди новых монстров, если честно, я даже и не знаю. Так, 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 ребята, смотрите, кстати, у слайма какая-то суперспособность, что ли, есть? Серьезно? Так, 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 смотрите, ребят, все, злого Банбана Джамбо Джош забил. Но другие все монстры новые еще целые, еще живы. Нет, ребят, уже пёсель, смотрите, отлетел. Все-таки, да, ребят, толпой они забили Джамбо Джоша. Но, кстати, смотрите, наши новые монстры неплохо так пострадали. Во-первых, три монстра вообще отлетело. Это, получается, злой Банбан, ребята, отлетел.
Потом кто еще у нас, ребят, отлетел? Паук, ребятки, вот этот у нас отлетел. А, ну и, конечно, ребятки, пёсель. Короче, самые маленькие, самые слабые монстры у нас, ребятки, отлетели. Вот эти, видимо, намного сильнее. Слайм, смотрите, живой. Динозавр вот этот, бананосаурус. И вот этот, ребятки, шут. Кстати, похоже, ребятки, самый сильный среди всех этих монстров шут. Серьезно? Не думал, ребят, что такое возможно. Хотя вот этот слайм тоже, ребят, сильный. Но я думаю, как-нибудь мы еще, ребятки, узнаем, кто там самый сильный среди всех этих монстров сада Банбан. Можно, ребятки, будет прям целый выпуск отдельно устроить. Такой прям целый эксперимент, да, где мы будем узнавать, кто же самый сильный. Ну и теперь, друзья, знаете, что я предлагаю? Давайте теперь мы, ребятки, устроим битву. Все вот эти монстры последние, да, которые у нас сегодня в этом выпуске. Против предыдущего пака, который был где-то примерно неделю назад. Там, ребятки, была Мисс Луна, по-моему, Доктор Флаффи, Циклопус, Брокколи, по-моему, ребятки, кто там еще был? Я уже, ребят, если честно, не помню. Мисс Луна была точно. По-моему, вот эта кенгурушка была, да. И вот этот вроде, ребятки, чудик. Да-да-да, вот, ребята, все. Вот они, эти монстры. Тоже 6 штук. Интересно, ребята, будет посмотреть, кто же из них победит. Давайте такую, ребята, даже битву устроим. Ну что, вы, друзья, готовы? На счет 3. Раз, два, три. Погнали. Ребятки, интересно, кто же победит? Более новые монстры. Самые-самые, точнее, новые, самые-самые свежие. Или чудочку более старые. Ребята, смотрите, что... А, что, он невидимкой типа становится? Реально, ребят, вы видели? Он в инвиз, что ли, уходит? Так, Брокколи, ребят, уже отлетела. Доктор Флаффи и Мисс Луна пытаются вот этого шута забить. Динозавр, ребят, дерется против того мелочи. Мелкого того монстра, который как колобок, да, в клубочек складывается. Злой, ребят, Банбан, смотрите, еще живой. Все выжили, офигеть. Ну, ладно, ребят, не все. Двое отлетело. Получается, ребятки, новый сад Банбан побеждает, он сильнее. И шут, ребята, победил. Мисс Луну и доктора Флаффи. И слайм живой. И злой Банбан живой. И бананосаурус, ребятки, живой. Отлетел только вот этот паук. Да, паук-осьминог. И маленький песель. Короче, ребятки, монстры получаются очень даже сильные. Это, ребятки, реально очень-очень круто. Ну что, ребятки, раз они такие сильные, давайте мы их сейчас еще немножечко сравним. Давайте мы их, ребятки, сейчас сравним против вот этих вот монстров. Это, ребятки, чуть-чуть более старые монстры. Но это тоже, кстати, сад Банбан 3. Кстати, да, ребят, уже сад Банбан 3 вышел. Скоро, теперь уже через несколько месяцев, наверное, будет сад Банбан 4. Ну что, друзья, вы готовы? Раз, два, три, погнали. Так. Ребята, ребята, интересно, кто же победит? Куда, кстати, ребят, паук убежал? Видите, он какой-то инвиз, что ли, уходит? Но, ребят, становится такой полукуда прозрачный, да? Пытается слиться с окружающей средой, будто какой-то хамелеон. Нет, даже скорее он как этот, как хищник, ребят, становится, да. Хищник. Хищник из фильма такой, знаете, полупрозрачный. Типа невидимый. И вот таким вот образом, ребятки, атакует. Но что-то паучок довольно-таки у нас слабенький. Так, ребята. Кто же победит? Слушайте, а похоже, более старые монстры пока что побеждают. Хотя нет, уже нет. Вот у нас, ребятки, более новые монстры живые. Они нас, смотрите, ребятки, слона забили. И побежали к другим старым, более старым монстрам. Так-так-так, ребятки, что же в итоге будет? Кто же в итоге победит? Смогут ли слайм и шут затащить? Ребятки, слайм уже отлетел. Шуту совсем уже плохо. Давай-давай-давай. Дерись-дерись-дерись. Лапшу-ниндзя он, ребят, завалил. Остается один на один против жирафа. Нет. Жираф он, ребятки, не смог победить. И это, ребятки, еще довольно-таки сильный, кстати, монстр сейчас выставил против этих свежих новых монстров. В общем, да, друзья. Так, давай сейчас еще раз всех их заспавню. Я их уже даже, ребят, плюс-минус выучил. Не хватает вот, ребятки, злого Банбана. Вот теперь все в сборе. В общем, да, ребятки, вот такие у нас сегодня появились новые крутейшие монстры сада Банбан. Ждите, ребятки, конечно же, с ними новые испытания, всякие новые эксперименты, новые битвы. Ставьте, друзья, лайки, чтобы это, конечно же, все не пропустить. Жмите на колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как обычно, был я, SlikeMust. Всем, ребятки, спасибо за просмотр. Все, ребята, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.